тяжелая игра, непростая, конечно, была. Все хотят набрать 2 очка, тем более с выезда, тем более у них первая игра на выезде была. Поэтому не просто складывалось для нас, не упирались и выстояли, молодцы. Ребята красавцы, конечно, кто под шайбу ложился, ловили на себя все, и Юхи сухарь получился. Здесь Юха, конечно, нас подвыручил много. В стартовом периоде ни в чем не уступали сопернику в активности, в скоростях, но вот во втором, в третьем периоде где-то вот свежести, казалось, не доставало. Действительно было так? Не свежести, просто не хватало. Переигрывали сменки, и поэтому чуть-чуть закислялись и получались, уставали быстро, как бы. Уже не было свежести, потому что переигрывали, вот и все. Обсуждали на скамейке, в раздевалке, что надо помочь Ильихе все-таки до сухаря дело довести. Да, всем нам было просто проще играть, в принципе, и все. Все друг другу помогают, как могут, у нас хорошая команда.